Приветствую вас с позиции психологии, да, вот с точки зрения психологии. С вами, конечно, нужно работать и с депрессивными мыслями, да, и с, значит, всеми остальными проблемами, значит, например, потребностью получить любовь и поддержку. Вот, а мотивации к успеху тоже, вообще со всеми теми проблемами, которые вы описали, нужно работать, вот. Но я не уверен, что у вас сейчас есть для этого средства. Я не уверен, что вы сейчас можете адекватно отнестись к работе над собой. Я не уверен, что вы сможете это сделать, потому что у вас нарушены, возможно, именно вот физиологические, так скажем, потребности. Вот. То есть вы не реализуетесь, вы не удовлетворены с точки зрения вот физиологических потребностей своих. И я полагаю, что начать нужно с этого. Либо вы пройдете, значит, какой-нибудь курс. Вот. Ну, просто курс оздоровительный. Просто оздоровительный курс вы пройдете, вот. Либо вы в больницу ляжете, вот, чтобы разобраться в своем именно здоровье и, соответственно, тогда уже будете лучше понимать, что вам нужно. Вот, то есть когда, ну, с вашим здоровьем будет все получше. Вот, понимаете? А пока вы пребываете вот в таком состоянии, да, пока вы чувствуете себя так, вот, я, честно говоря, не думаю, что что-то изменится, я не думаю, что что-то способно поменяться, потому что пока физиологический человек испытывает проблемы, он не может заниматься духовными проблемами. Вот. То есть он может заниматься параллельно и тем, и тем, да? Ну, безусловно. Вот. Но это все же работа. Это все же работа. Вот. Поэтому определите для себя данный аспект. Определите для себя свои желания, да, определите для себя свои, в первую очередь, чего вам вот не хватает сейчас, на данный момент, вот. И, соответственно, исходя из этого уже можно будет что-то делать, исходя из этого можно будет уже вам что-то предлагать, вот. То есть я думаю так, вот именно вот это вот, если говорить о непосредственно моем мнении, да, это мне кажется так, потому что, ну да, у вас могут быть проблемы. У вас могут быть проблемы именно, значит, со здоровьем. Ну, какие угодно на самом деле могут быть проблемы, да, то есть тут дело не в этом. Дело не в том, какие у вас проблемы. Дело в том, что вы будете с этим делать дальше. Потому что если ничего не будете делать, да, то ситуация, она вряд ли будет улучшаться.
Вот, если вы ничего не будете делать. Так что тут вот, конечно, я рекомендую вам подумать. Вот, а так, ну, нужно, чтобы вы выбрали себе психолога, да, и начали с ним работать по данной проблематике. Других вариантов никак. Постепенно разбираться, раскручивать этот клубок тревоги, боли и так далее. И там будет смотреть, чего конкретно вам не хватает и что вам нужно для помощи. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.